На протяжении года ребята из разных вузов Челябинска готовились к одному из самых масштабных событий – «Весна студенческая 2017». 21-й фестиваль длился 21 день. За это время они показали свои таланты в разных направлениях и впервые вышли на профессиональные площадки города. Участники говорят, что им безумно понравилось выступать в театре «Манекен», концертный зал имени Прокофьева, ДК ЖД, оригинальный жанр был в ДК ЧТПЗ, то есть и театры были в театре «Манекен». Конечно, это вот для ребят очень важно выступать на профессиональных площадках. Ребята пробовали силы в музыкальном, танцевальном, театральном, оригинальном жанрах и литературном конкурсе. В вокальной номинации «За честь нашего университета» выступил коллектив «Ladies Band». В этом году мы заняли второе место, и это хорошо. В следующем году мы продолжим участие. У нас еще студенческие годы наши продолжаются, и мы ни за что не потеряем возможности участвовать в весне. В направлении танца ансамбль Crazy Family занял почетное второе место, а сразу два места, первое и второе, заняли представители коллектива Deep Vision. Это большой заряд эмоций, опыта, посмотреть других участников. Все очень красиво, зажигательно, позитивно. Как говорится, позитив продолжает жизнь. Продлевает, так сказать, творчество. То есть, ну, это наша жизнь. Мы очень любим фестивали, особенно веснастуденческие, потому что это наш родной фестиваль, так как мы относимся к коллектив наш, к университету Южноуральскому государственному университету ЮГУ. И мы любим веснастуденческую отстаивать честь нашего института. Восторг, ожидание, предвкушение. И потом взрыв. С каждым годом количество желающих поучаствовать в весне студенческой увеличивается. В этом году 1300 ребят выступили в фестивале. Из них свыше 150 заняли первое место в номинациях. Победителям выдали призы и денежные сертификаты.